Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет, а смотрите продолжение партии захеттов в сетевом Old World. Подробности и начало всего этого прохождения в первой серии, ссылка на него, точнее на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии, так что если вы случайно попали на это видео, переходите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу, большое спасибо вам за поддержку. И всем вам приятного продолжения просмотра. Не могу юнита подвинуть ни одного. Ребята, вот тут. Ты слышишь? Ну, да. Сейчас слышу. Похоже, это у меня лагануло, да? Ну, у меня ходит все. Не, значит, меня лагнуло, потому что я вас даже не слышу. Не слышишь? Уже слышу. А, ну до этого никто ничего не говорил. Я говорю. Ну, в смысле, ты говорил, и тебе никто не отвечал. А, понял. Война с Вавилоном? Это союз, союз. А. Союз, это. Ну, давай, иди сюда. Не, давай ты. А мне зачем? Круто. Это было прям гениально. Слушай, я только сейчас подумал. Вот это озеро у вас так годится. Помнишь, какой-то вашу бы напал, говорит, прям платил, значит, пеники, что я мыл ноги в водах Великого моря. Ну, тут немножко по-другому у тебя будет в этой альтернативной истории. Чуть ничего не хватает. Это у тебя копейщик так в ответку получил? Да. Охренеть. Вообще странно, он же 50% против. Ну это какие-то уникальные юниты, они вообще... Я, блин, типа, блин, грех, ни хрена не приехал. Успел походить. Офигел. Это фиски уникальные юниты, это сила, если честно. Да, они в ответку бьют вообще жестко. Хотя у них от... Это именно от юнитов самих, что ли? Да, вот он ударил копьем по моему уникальному, типа, по коню, и в ответку получил больше половины хп. Не, это у тебя там генерал просто сидит, тактик. А, ну может ты это... Это как бы прикольная штука, что он так... Yeah.
Не, они еще говорят тем, что смотри, у тебя это конный лучник, у тебя есть семья с бонусами на конницу, у тебя способность с бонусами на стрелков, и ты еще святилище с бонусом на стрелков. Они посмотрели одни плюсы. Да, это как бы нечто общее между Египтом вот, и Персией. Просто Египт еще и бонусы строительства с ними. Ну и в копилку к переводу, мне кажется, тут обход с фланга на фильме, вот это, прокачки, мне кажется, его стоило бы назвать обходом с тыла. Потому что слишком уж надо с разных сторон зайти. Катечка, а у тебя же ангельская досье перестоит, так? Ты не переключал? Да, я не переключал. Она там, выдается, не называется с тыла. Ой, с тыла. По фрейду. Фланг бонус, разве нет? Фланг нет к тому, что... Ну, как бы, ты же с двух сторон заходишь, я в этом плане. Чисто логически, само название даже. Ну, то есть, фланг обычно как? Ну, там, сбоку находится. Это надо с двух противоположных сторон в этом плане. Логично, логично, так мне надо будет назвать. Ну ладно, может, я тут мудрю как-то. Так и чё, кто победил, а чё-то не пойму. Сейчас никто, ждите. У вас реально есть сейчас вероятность дотянуть до конца этих ходов, наверное. Да, ни хрена не успеваю теперь. Быстрый ход прошел. Thank you.
Всем пока, пойду уже спать. Покидосики. Кто б мне разрешил пойти спать? Грек, ты захопливаешь Рим и отремливаешь 3 очка. Именно. Чему 3 очка? Чудо. А там есть чудо? Ой, я не видел, да? Не, я захватываю, потому что это самый удобный город. Рэмер, он ближе всего ко мне. Там через 2 хода стены будут. Не, мне кажется, нельзя греку давать захватывать Рим. Че, Египет разворачивать? Хорошо, я дам Рим Вавилону. Это мне на войну объявите, что? И сидеть с ним побоч. Нет, я Вавилону просто, когда будет захват города, я выйду из города. Так оно, наверное, ты думаешь, он со мной собирать после этого будет? Потом заходишь своим юнитом, и, я так понимаю, ты захватываешь после этого. Значит, логично. Потому что там реально 3 очка. Так, а сколько надо легендарных и осталось? Я не против, я отдам урод. 12, 15, 28. Блин, она в такой жопе находится, что мне она точно не нужен. Да вам треба 3 ремы ставить, не треба ходить юнитами. Захапливай... Блин, а уперся этот город. Там, дальше, кто контролирует этот комум,
Слышь, что ты прешься? Это типа самое проходное место. Три ремы две ставишь, в любое место можно трапить. А куда ставить? Прям на территории города? Ты не дальше к три ремы процуешь? Ну не три ремы, а беремы, я уже забыл. Не, у меня есть три ремы, где его поставить-то? В море, примыкая к этому самому, к территории, и ты можешь все, куда у нее радиус там показывает, перекидывать. А если ты поставишь их две, то ты достаешь до любого человека в этом море, ну типа берег. Я подумал, что гульня скончилась, когда Леша поехал на грек, я думал, когда он, ну типа, забирая гору вот эту и город, и он бы снизу прокатился катком, а он напал прямо на столицу. У перса. Ой, перса, грек. В смысле на столицу? Я на регион напал. Ну, регион, он город поставил, я к столицу, и столица там клетки, ты стоял и на столицах клетки так само, когда воевал.
Интересно, среди амбиций у хетов был амбиция на чудо? Нет. А там показывают или на вести? На амбицию наводишь, и она все показывает. А, прикольно. Я думал, только название количества. Ну да, Рим — это уже не легендарная культура. Так отрымліваецца, Лёша не можа не перамагчы па поінтах, перамагчы па амбіцыях. Што? Ну у тебя апошняя амбіцыя, не да, апошняя, не апошняя. У меня ж 8 только, ещё 2 амбіцыі. Ну, ему надо одна добраться. Из амбіцій легендарных — ещё 3 города. Ещё 3 города легендарных. Ну. Это... Ну, хотя это если забирать, не забирать вот эти города. Ну, и две технологии. То бы, коли у Лёши будут 9 амбіцій, наприклад, то його вже автоматом буде як мінімум 41, навіть більш, поінт. А чого вони зляться так сильно? Мінус 300. Хто? Сім'я мінус 300 стала внезапно. А, дисконтент. Почему я не могу строить религиозное улучшение, я не пойму. И они проповедником будуются. Я, может, Дженни начал или сказал. Понял. Да, я... Ты про религию запытывал, я забыл, да, натиснуть. Да. А может, и натиснул, не помню. И нет, ты говорил, я забыл просто. Ну, я не понял тебя. Ой, чё-то там так страшно. Кто? Это хетская. Вот это хетская. Вот это хетская страшно? Да. Не, ну у тебя как у, типа как у хоста чувствуется, что больше приоритет как будто на начало хода. Типа не, 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 никак.
Просто когда мы прогрузаемся, он уже может ходить. Да, да, да. Время. Типа как бы ты ни кликал даже. Ну и что делать ранее будем? Насчет. Да не, смысл. А есть смысл. Я не веду, як з таго боку, але у меня, калі Лёша каже, хтось ці будує чудо, то я тільки про 5 секунд це бачу. Прям реально 5, я лічу, тому що думав, що там якийсь таймер перед, ну, типа, встроєний рахунок перед бойовкою. Так, всі юніти походили. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку!
А есть методы глядеть, кольки ХП у города до того, как ты его начал бить? Я думаю, опять же, этого шпиона посадить. Я уже просто забыл интерфейс шпиона, и где тогда это можно будет поглядеть про шпиона. Да, ты, когда у тебя есть мастер-шпион, глава шпионов, ты тогда скаутами подходишь к городу и организуешь там агентурную сеть. И потом не, туда... Я веду, как залезть. Я не разумею, где ты в интерфейсе потом поглядишь кольки. Ну, просто вот наводишь на этого шпиона в городе. Я, например, посмотрю строчка. Вот есть египетский город. Так, сейчас смотрю. 15 специалистов, 45 улучшений. Защита 26 написано, вот. А, вообще-то ты так можешь на любой город навести. Вот, просто на название города наводишь, там пишет защиту. Блин, сори, я болван. Я... Только название, я где только не кликнул. Семья, царство, клетка. Дякую. Египет, ты там едешь? Куда? Кто говорит? В этого, в Хетта. Ну, я тут с Персоном стою, там... Перс, я спрашиваю. А где ты едешь? Так я с ним дерусь. Он уже вижу, съездил, так. И уже домой. Вот ты видишь, что твой город кому? Ну. Вот юниты стоят, этого мало. Так ты не едешь, они же просто стоят. Так там два ряда юнитов. Я же умру, и потом он назад пойдет на нас. У тебя и тут юнитов нет. Не, у меня есть, они ниже просто. А, они с юга? Okay. Да. Я просто думал, больше нет. Не-не-не, они снизу, у меня же города тогда снизу. Тогда я подхожу. У него тоже армия тает. У меня, ну, типа, мы с ним до... Как были, типа, равными по силе? Да, так, да, я смотрю, у него викар написано, все, врываемся тогда. Давай. Что у меня написано? Слабее. Я просто пришел, строю юнитов нет, я отъехал назад. Не, они просто, я типа до того, как ты пришел, уже пошел в атаку. Плохая координация. Подведи нам слоника хотя бы, не знаю. Что. Может, он сейчас закликает всех. Да, там пока лучник. О, он ушел. Да. Главное, у речки не стой, там у него корабли плавают. Это речка. Как далеко стреляют корабли? На одну клетку. Понял. Я на следующий ход выйду. Кто там хотел забрать? Кто куда выйдет? Вавилон. Вавилон, подойди с своим юнитом. Я выйду на следующий. Юнит стоит. А, Олеж... А, все, бачу.
Как ты въехал и умер бодро. Я? Перс, да? Да не, ну типа я и шел суицидец. И меня позвал? Смысл не суицидиться, смысл убить его. Ну у меня был план, типа я суицидю, размениваюсь как-то, и ты потом въезжаешь. Мы же там жалко, что я об нем не знал, лишь если... Нет, просто смотрю, ты едешь, типа такой подъезжаешь. Теперь знаешь. Коммуницировать. У нас микрофон, мы специально для этого собрались. В Дискорде, чтобы могли общаться. А сколько ходов на разрывание над Союзом, или как он там называется? Там вообще как проститутки, типа, каждые 5 ходов можно? А ты что, хочешь со мной Союз разорвать? Думаешь, у проститутки, если... Нет, я думаю... Я думал, чему яны не заключили, коли яны разом въезжают из соседей. А нафига? Ну ты бачишь, он же проблема якая у них, яны не бачат один одного. О, да, они видят, почему они видят, в том-то и прикол. Я не вижу его юнит, я его юнита не вижу. А что, можно как-то видеть юнита, да? Он вообще не понимает, куда едет. Бачишь же, что разумение много, он как-то идет, а типа стабар такой, типа. Я ж говорю, ГГшка. Сейчас выключу. А действительно есть переговоры по поводу Альянс. А сколько ходов там башни? Только вы зараз можете доведаться. Не знаю, не написано. Ну ты попробуй ему войну объявить. Я еще не это... Не засоюзить.
А ну попробую зайти туда. Так, у нас походу алия. О, теперь вижу. Да. Коняк она 2 стреляет на 3. Как понять вообще, где это? Ты можешь, типа, выделить юнит и мышкой водить, и там поймешь, там, если достает юнит. А, вот юнит. Вижу. Range 0-2. Ну или так. А, надо объявить войну. Слышь? Так, господи, я заманался выключать. Чуть не пробил. Не понял, ты меня палкой кинул какой-то? Да. Вавилон, в Рим будешь заходить? Я зашел. О, замечательно. Куда я? Так, выходил? Грек, ну, может нам теперь перемирие заключить? Ну, в принципе, наверное. Вряд ли ты пойдешь дальше нападать. Они тут вдвоем меня пилят. Слышь, а там 1500 калеки, ты че, тут я совершенно... Египет, разворачиваемся в Грека, едем. Зачем? Какие-то странные. Я не знаю, какие-то странные эти. У меня и там юниты есть. Не, ну, если он мы странствующие рыцари. Без я страха и упрека. Я себе спокойно строил домики. Тут все ты забрал мой город. Так тебе 7 очков осталось до победы. 7 очков? Да. Какой ужас, 7 очков. Шит, там 4 ряда юнитов. Когда помещают. Здравствуйте. Значит, домики строят че. А че у вас тут? А, ну у тебя юниты хотя бы хорошие. 8-2 катафракт. А у него юниты. Вообще, я готов признать победу Лёши по амбициям. Если кто-то против, не против. Еще. Все против чему? Ну ладно, тогда а я... Что, так я, наверное, чувствую, что ты точно не можешь закрыть амбицию на 6 городов легендарных. Да просто время надо. У него 5 городов уровня развитая, то есть ему надо всего 5-3 города на легендарную перевести. Так, и... И у него во всех городах есть эти самые, все деревни. Как бафать хотя бы эти самые. Культурные... Так. Мне что-то династия вырождается, не хватает губернатора. Ну вот, в Малидии я вижу, у меня тут шпиончик был. У него осталось 13 лет до легендарной. Не, я могу просто вам сказать, через сколько у меня будет 6 городов легендарных. Да. Без всяких этих, если так. А, значит, через 7 лет один, через 10 другой, и через 13, да. 13 лет.
Так грек тоді перший перемагає, ні? У тебя какая-то амбиция, типа, или что? Да, у меня амбиция 6 легендарных городов. Но это будет 9. Ну, я могу сказать, что 9-ю я сейчас еще раньше. Так вы можете посмотреть, как у меня 9-я. Там же вы же видите амбиции, нет? Второй каре или этот конский доспех, да? Да. Ну, то есть в течение 10 лет он выигрывает по амбициям. Я через 10 лет точно ничего не смогу. Ну, погнали тогда, что мы сидим. Мы тут... Я вообще ничего не делаю, я втыкаю. А, там въехали юниты какие-то. Так мы с тобой это... Не-не, я просто там, ну, другие дела делал, а оказывается, тут война. Какие там дела? Я читал, я же не знаю, говорю, ГГшка, вы там быстро все клацаете. Мы эти странствующие он мне, вот, он мне говорит, прими такой-то закон. Я иду, смотрю закон. Какая теха нужна? Посмотрю, где эта теха. Не, смотри... Мы с тобой эти, мы типа ГГшки, нас кто-то засюзил, мы бежим бить одного. Потом нас перебили, мы побежали другого. Мне никто так не сюзил, мы независимые и сильные. О, не поклик. Он же входит, у меня юнит и не кликает, нечестно, нечестно. Вот, вот, я тебе... Ты не, думал, а смысл потерял? Мне так играть? Я даже подвинуть не могу их. А ты думал, как я армию потерял? То есть ты, вот ты все ходит. Еще не ходишь до сих пор? Не, нет, вот, не вот мой первый удар, вон, видишь? Так а ты думал, как я армию потерял? Ты думал, я по приколу стоял, что ли? Ну так надо... Ну, просто на раз, два, три. Да лодочку бы поставил снизу, там бы уже не было гор. Какая разница, когда ты, твои юниты умирают, а потом уходишь ты? Так проблема в том, что ты высаживаешься прямо в город, а вы до города надо дойти не можете. Ты когда высаживаешься на берег, у тебя выбор есть, ну там, я не знаю, 8. Нет, так ну, смотри, он, я тебе рассказываю, я подошел там, стрельнул что-то, Леш в конце хода выходил и в начале, то есть я... Мне на цель, я расповедаю, я только за этим угрожу. Я тут ну, так что, как бы, что я там не делаю, это стрельба в тире. Ну и плюс 100 юнитов больше было. Это, ну, у вас... Нет. Пусть кто-то другой хостит. Ну или это может как-то можно ну придумать, чтоб ну вот этого не было. Ну насчет это видимо. Никак не убрать, только насчет. Ну хотя бы ждать, чтоб прогрузились и насчет. Ну вот что... я через 5 ходов выполняю 9-ю амбицию и получается. Все, все, молодец. Так я поэтому это типа я не это, потому что ну все равно типа он так или иначе мы же не успеем его всего захватить. Даже если на счет играть. Ну отожмем мы там 3 города или сколько. Да вы даже за 10 ходов не отожмете Малидию. Не, говорю, если до этого мы бы начали на счет ходов 5-6 назад, когда эти войну объявили. Я вообще не знаю, что будет через 6 ходов. Для меня все тайно. Вы мне скажите сдаваться, я готов. Тут до Огня не ехали, там Малидия 50 хп и 20 обороны. Такого еще не бачу. Это а много? Кольки... Ну я столько еще не бачу. Со всеми бафами, я не разумею, чему его столько шмат. Где? В Малидии? В Малидии. Это что треба зарядить? Там все эти построены, защитные здания. Там, наверное, башня защитная, да? Шо, да? Какие там, значит, сначала стены, потом ров и последнее... Но это же 18 здесь, тебе какие-то бонусы еще даются? У тебя же не войсковый город. Может, Губер на 50%? А, может, Губер, кстати... Не, Губер тут ученый. Короче, все, ГГ, расходимся. Давайте рожайте уже. Я готов. Уже давно. Все, давай. Там, как там, кал... Чё? Калкан Сид, это в ЦПЛ. Есть кто против-то? Волшебное слово, всем спасибо. Давайте. Давай ставьте плюсик. Дякую. Там, типа... Ну, то есть, короче, я победил чисто потому, что первый фаст-клик был, я так понял. Ну... Ну да. Мы, типа, начинаем ходить, когда ты уже нас все юниты убил. Это не факт. Лёша, а ты, коли ход пошёлся, ты одразу можешь рабочим рухать? Ну, в смысле одразу? У меня начинается ход, у меня появляется сообщение, там, что всякое, что произошло, типа, да, я это убираю, закрываю. Ну, мы так же, мы, типа, стоим, вот кликаем уже правой кнопкой, типа, выстрелить.
И только смотрим, как ты убиваешь, и только потом у нас прогружается. Ну, типа, в целом, похуй, ты бы и так выиграл. Ну, мы бы не успели тебя захватить. Знаю. Мы бы отжали там за это время города 3. Не знаю, мне кажется, Малидия просто не берется. Ну, то есть, это... Это трындец. Пульты, там вот это все, что мне лицом биться. Нет, тут понимаешь, тут болото... очень три мало. Клетки, три клетки. Как можно в три клетки зайти, коли у его юнитов больше, чем 6? Вот, я сверху, и сверху у меня, я отдал Рим незащищаемый просто, и сверху ко мне хрен зайдешь. И я еще настроил флот, чтобы вы не могли, ну... Так а снизу флота нема, а персу 2-3 ремы поставить, и он уже у тебя в столице. В смысле нету? Я ему убил флот персу. Внизу, не в центре. А, с внешнего моря ты имеешь в виду? Так, ну так. Да, кстати, это, кстати... Они просто приезжают, там ни рек нет, ни рек, ни болот, навод лесов нема. Там, где столица Хатуса. Все, можно выходить. Так. Ну, спасибо за игру. GG, VP. Все, я на втором месте, Леша, я на втором месте, мне очки в отчет, но я на втором месте. Хорошо. Я на четвертом, значит. Срач, нет. Нет, если за тебя проголосовали, ты на первом. А, я тогда на третьем, грек на втором. Так давайте сдадимся, ему дадут этот самый ачивку, или уже все есть ачивки, я думаю. А как сдаться? Я думаю, у меня все ачивки есть. О, можете сдаться, у меня нет ачивки, я не играл с тем. Хорошо. Ладно, сдаюсь. Сдайте, пожалуйста. А подается нельзя сдаться. Все, с ачивку получу, можно больше в сетевую не играть. Так как... А есть? Кого я все працую, я натискаю сдаться, она ничего гоняет. Ну, у меня тоже ничего не происходит. А, переходовка была, переходовка. Переходовка. Амбиции отключать амбиции. Сдаюсь. Сдайте. Я не знаю, насколько балансной мапы. Вообще, ну... Как... Ну, послушай, я воевал с соседями, у которых было место и которые расселились. Если бы, например, ты там рядом был, то, наверное... Но Рим просто тупо не готов был к войне. Я его забрал. Рим вельми жадно гулял. Поставить туда город, у него минус 7 города, недовольство. Я не ведаю, сколько я это каштую в рошах и в остатнем, что оно там дает. Но это типа, нафиг такие города? Ну все, я сдался, у меня написано поражение. Я только ход загрузился. Я его только сейчас, у меня начинают ходы прогружаться. Давайте вот... Лёша за океаном. Смотрите, посчитаем. Вот у меня написано этот, статистика. У меня больше всего населения. Специалистов я второй. Качечка больше сделал. Ну, рабочих тут одинаково примерно. Там 23-21. Военных юнитов больше только грек сделал. Я четвертый по потерям. То есть больше меня потеряли грек и Рим. Амбиции. Но первый по тем, надо. Кто убил. Почему амбиции надо отключать? Фу-фу, плохо, мерзость. О, есть, подшивки пошли. Первый по науке, первый по закону. Как показывается после того, как ты сдался, это просто выходить? Не, вон заходишь. F8, короче. А, ну табок мапа так и будет висеть. А, она теперь... Все, я заразумел. Блин, сори, я первый раз такое бачу. Так. Боже мой, Катечка. Сори. Хочется прямо обругать. Табок, ты не поставил город, как я мог поставить. Правильно разумею? И всю мапу. Ну ты же зашел за эти горы и поставил город. Там же теперь всем показываю. Может, только пошел, да. Прикорист. Ну ладно. Ну смотри, какой проход. Он был в тучах. Я такой, ну, да. Блин, а у Перси сколько земли было? За горами. У него два прохода по одной клетке. Да, по-моему, самое крутое место у Перса как раз. У него синглплеер был. Я не веду, чего он просто в домике не загулял. Не доплывешь ничего. Добраться до него невозможно. Можно было армию не будовать, мне подается. Просто в домике. Да, тут проходы такие. Две клетки, четыре клетки, такое. Я смотрю, у него по одной клетке все проходы у Перса. Ну, вон только к Парсе вот Парс, слева, да. А это столица его, да, получается? Угу. Ой, это Рим у него город отжал, прикольно.
Рим не отжал, а поставил туда город. Так а как Рим города потерял? Тут по одной клетке проход. Как это вообще? В смысле, смотри, Равенна, Дуровигутум и, ага. и Византио — это бывшие города Рима. Да, есть, а вот Лус, это твое, да? Это мой. Ну я у Лус не скопил армию и напал. Не, все понятно, да. Все эти города были, ну типа, они были просто поселом поставлены, и все. Он не развивал города. Я не ведаю, что там было в деф. Ну, то есть я вижу, что он от Рима будет армию вести хрен знает сколько ходов. А тем более у меня еще скауты там стояли у него в лесу. Он их не видел, а я вижу все, что у него вокруг города. И вижу, армии нету вообще никакой. Ну и что не напасть? Ну, прикольно было на самом деле. Ну, грек почти выиграл по очкам. Если бы мы, я думаю, ходов 5 бы мы еще не нападали, уже было бы поздно. Ну, все это может быть. А можно запытание? Чему войсковые города туда ставил? Ну, типа, в край мапы поставить войсковые города. Это же... Зачем не во фронт? Ты грека спрашиваешь? Так, грека. 3 города, которые так и не выросли, и могли тебе перемогу дать, но ты поставил войсковые. Я ставил их по настроению семьи. Семья что-то хотела чего-то, каких-то плюшек, и я им ставил города. Не-не, логистика это все. Но типа 20 семьи не каштуют место с 3 фермами. Ну, типа, поставил Клавдиев и... Ну ладно. А как мне статистику посмотреть? Что мне надо? F8. То есть у меня еще игра, ну я не в курсе, у меня игра не закончилась, тут что-то там таймер идет. Мне надо выйти как-то. Ну у тебя написано победа под таймером? Да, да. Ну да. Все. У меня точно так же, только у меня написано поражение, таймер идет. А здоровье нации, это что это? Я так понимаю, это wealth имеется в виду, то есть бабло. А. В итоге у нас, кстати, самым дорогим еда стала. Как ни странно. Еда ужас, но это из-за юнитов. И древесина. Угу. Ну да, там же каждый юнит жрет по 2 еды, насколько я помню. А мы не разобрались, как торговать реально этими самыми? Ну, только зразумело, что можно просто домовы зарубить, что кто-то сливает там несколько тысяч в рынок этот самый. В смысле, это ты можешь подраться. Так торговать, в смысле... Ты так выбираешь... я просто ни разу этого не рубил. Я... Ну, выбираешь цивилизацию, и там... блин, со всеми воюю просто. Отправить товары. Отправить товары. 100 ресов, 1 приказ стоит. Как я вижу. Ну это не серьезно. А где тут это? Ты просто военный счет смотрел? Я вот не могу найти. Что ты хочешь? Количество битв. Не, количество битв, наверное, не будет, а вот количество потерянных юнитов там есть в статистике. Потеряно юнитов, убито юнитов. А, в статистике, понял. Я думал на графике. А, потеряно юнитов там от большего к меньшему идет, получается. Ну да, на первом месте тот, кто меньше всех потерял. Тот, кто меньше, да. Кстати, на удивление, я потерял. Так я ж с греком воевал. Так я тоже. Ну, извини, мы там с греком вначале... Вы грека забрали просто потому, что мы друг другу армию уничтожили. Я уже дарма поехал туда, блядь. Я все вчера было кричать об этом. Ну, там... Ну, что ты, одразу, типа, в легендарный город с 40 хп... Так ему не важно, заберет он его или нет. Но главное, чтобы с другой стороны кто-то в задницу въехал. Так вы поехали спустя того, как у Лёши скончилась армия, ну это типа не понятно. Ну так я же убил что прокачанную разница? Армию грека. То есть там он можно уже... было и города забрать, в чем прикол, не? Ну, ну можно. Ты сжигаешь город, то бок, сколько у нас сожженных городов? Только Рима. У нас не было сожженных городов. Так, смысл игры не в том, чтобы захватить и сжечь города. У него была победа по этим, ему надо, чтобы ты просто некоторое время не выиграл, и все. Не надо твои города, ему надо, чтобы
стопнуть тебя чуть-чуть. Именно, мне вот эти города, что тут у него стоят, во-первых, я их реально не мог бы сохранить для себя. Во-вторых, вот важно было, чтобы ослабить его. Сори, скорее всего, все тупое запытание. То бок, план поставить ромашку из Одеон, амфитеатр и так далее, плюс поселки. Ну, типа, ты это оставляешь, города у тебя растут, и просто клепаешь армию. Города растут и вырастают в легендарные. Так не працует? Працует. У него другой был план на победу. Якой? И он по очкам врывается, но ему не хапило, как просто города выросли, эти военные. Все. Да ему плевать, ему амбиции, он амбиции. Блин, он говорит про грека, ты говоришь про хета. Извините, это я туплю, грек, я простите. Грек. Я просто был уверен, что грек промок после того, как он Лешу отбил, но он просто не вырос. Вы посмотрите по техам, это жесть вообще. А что там по техам? У тебя 56, на втором месте Греция 43. А, ну да, так я уже в катафрактариях где, был. А где техи смотреть? Там же вон, обнаружена технология, да. Вы просто науку, откройте производство ресурсов и науку. Смотрите, сколько у меня науки вход и сколько у вас было. Это библиотеки? А как? Библиотеки? Библиотеки зарашены? Да? Нет, но он успел отстроить научное здание. Архивы. А, архивы Калишман городов. Я библиотеки только начал строить к концу игры. У меня практически везде, ну, как минимум, третьего уровня архива. А когда ты еще архив заканчиваешь, он же еще дает еще науку. Он не вход еще дает, ну, вход дает, и еще по окончанию еще там сколько-то науки. И там, наверное, какой-то закон есть или вера на архиве, что дополнительно? Не, закон есть на форумы там. Форумы дают науку вход, но это не скажу, что там прям много. Да. Ну, короче, вот прикольная игра, очень крутая, нравится, но не, ну, сложно. Но она не, типа не динамичная, как ты. Почему? Да? Нормально. Ну как-то не знаю. Дома в мапе проблема. Треба альбо внутреннее море гулять, альбо глядеть якісь інші мапи. Тут просто узко. Ну вы просто ходили, вы не дрались. Ноль позиционки. Все просто ходят. Не знаю, у меня была позиция. Мне понравилось, меня не убили, я доволен. Тут як я выжил. Это прикол. Можно, можно отлистывать, как мапа была? Наверное. Ладно, так спасибо что? За игру. Пойду отдыхать. Да, всем давай. Спасибо, я тоже пойду. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.